нам тут приготовили? Ты мой кузанчик. Каракузичка ты мой, кузатенький. Ну, ключи, конечно, забыл дома. Вон, есть ножик? Есть. Ну, а то, если не торопишься, спешишь. Чего ломать будете? Ой, такой добрый чемодан. Ничего, на наш век чемоданов хватит. Верно, Иван? Открыл. Вы не по тракторам конструктор, нет? Нет, по железной дороге. А то бы я вам задал парочку вопросов. Нет, лучше не надо, Ваня. Я устал от вопросов. Ну, коньячишка. КВВК. Прекрасная рунишка. Кипюры. У меня это интеллигенция. Но кто же деньги кладет в чемодан? Что-то я не вижу здесь литературы. Обычно суют этого дерьма. Леонушка. Нет, это другая. Аленушка. Птичка. Ну, где написано? Да вот она, вот. Аленка, то есть. Аленушка. Вот, ребята. Ну, конюра. 80 лет. Прими. Зачем? Ну, примерь, я посмотрю. Ой, ну что? Что? Я вас порву. Ну, примерить просто. Не, ну, я сроду таких не нашел. Нет. Ну, примерь просто, он поглядит. А. Подарок, наверное, да? Ну, да. Только отвернитесь. Какое отношение к коньяку? У меня? Хорошее. Рюмочку не возражаешь? КВВК. Это вот это вот, что ли? О, генеральский. Не возражаю. Ну, глядите. Идет вам. Да? А кому же вы такое богатство везете? А носите на здоровье. Носите, носите. Это вам так к лицу. Шик, блеск, тру-ля-ля, как говорим мы, когда заканчиваем какую-нибудь удачную конструкцию. Это, Виктор, у нас деньжонок-то в обрез. На дорогу только. Она же дорогая, наверное, кофта. Обижаешь, Ваня. Деньги это бяка. Это лучше выпьем. Нюра, присаживайтесь с нами. Наливай, Ваня. У вас, наверное, жена счастливая. Ничего, немножко рассеянный. Ну, бывает. Ну, ребятки, вот так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот. Да. Ведь это железная дорога. Тут так ты проедешь, голова кругом идет. Да. А вам же все время думать надо.